Впервые акция в Бавлах была проведена в 2020 году. Прошлогодние посадки прижились хорошо. В этом году было высажено 2000 сеянцев сосны обыкновенной на более чем гектаре земли. Сеянцы закрытой корневой системы предоставил Сабинский лесхоз. Пришедшие в этот день на высадку саженцев говорят, что им было приятно участвовать в акции, тем самым чтя память воевавших родственников. Я участвую в этой акции в связи с тем, что у меня оба дедушки, они участники Второй мировой войны. Один дед дошел почти до Берлина, второго дедушку я не знаю, он умер раньше, чем я родился. Вот. Также мой отец Кулдашов Рашид 25 лет проработал мастером бавлинского лесничества. Ну и по стопам отца я пошел тоже. Данная акция проводится в память о Великой Победе. Я участвую в этой акции, потому что и мои дедушки, моя бабушка была труженицей тыла, дедушка ветеран войны. Я участвую в память о них, в память о многих других ветеранах, которые принесли нашей стране победу. Ну и также это мой родной край, в котором я родилась, в котором я живу. Я сюда вернулась. И это очень важно — восстанавливать наш край, обогащать его дальше, чтобы всем нам жилось хорошо, дышалось легко. После высадки саженцев существует большая вероятность их гибели из-за деятельности человека. Специалисты просят бережно относиться к насаждениям, оберегать их от огня и поедания крупного и мелкого скота. Мы ее, конечно, сажаем вот рядышком с городом, но переживаем за то, чтобы ее не потравили животные местных жителей, не сожгли. Лесное хозяйство ежегодно проводит и день посадки леса. К акции присоединяются все организации города и района, сельские поселения, а также все желающие. Мария Кандаурова, Артем Артемьев. Новости Татарстана.